«Лада Гранта» стала самым популярным автомобилем в России. Рейтинг отечественных авто составили аналитики. В августе волжский автогигант продал почти 12 тысяч машин. На втором месте Hyundai Solaris, их было реализовано порядка 9 тысяч. На третьем – Kia Rio, их приобрели 6 тысяч россиян. Новая «Лада Гранта» в базовой комплектации стоит от 289 тысяч рублей. Помимо двигателя 1,6 литра, автомобиль оснащен подушкой безопасности водителя, иммобилайзером и креплением для детских сидений.